Участникам дорожной аварии, произошедшей в Екатеринбурге, в ночь с субботы на воскресенье не пришлось вызывать ГАИ. Столкновение двух легковых машин произошло прямо на глазах инспекторов. Водитель Hyundai Solaris, работающий в Яндекс.Такси, вез пассажира в сторону центра города, по улице Мамина-Сибиряка. На пересечении с улицей Шевченко прямо перед ним выехал Chevrolet Lachetta. Я на зеленый, они стояли там на красный сигнал, а и втором ряду выскочил, и второй частник улетел на красный сигнал. Таксист, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо. И если бы водитель Lachetta все же попытался остановиться, аварии, возможно, удалось бы избежать. Но тот продолжил движение. Таким образом, стычка произошла уже за пределами перекрестка. Мне ударили, скажи. Доказать свою невиновность таксисту, вероятно, было бы непросто. Но, к его счастью, все произошло на глазах экипажа ДПС, машина которого, в отличие от «Шевроле», терпеливо дожидалась зеленого сигнала, стоя на той же улице Шевченко. На риторический вопрос «Ты что, слепой, красный свет не видел?» второй участник аварии гордо промолчал. Он не мой, он не разговаривал. Просто есть на инспектора камера. Они стояли, сами сказали, мы не успели его догонять. Вот получился такой ДТП. Машины получили механические повреждения, но люди в ДТП не пострадали.